Следующая песня будет очень интересная. Для того, чтобы спеть следующую песню, мне понадобится фортепиано. Слышно фортепиано, скажите? Огонь. Что бы вы не хотели найти под кроватью? Но не монстра. Женщину. Грязный носок, плесень, крокодила, монстр. Крокодил — это монстр в моем понимании. Грязный носок тоже недалеко. Всегда такой... О, смотри. Окей. Грязный носок, хорошо. Грязный носок. Ой, господи. Следующая песня. Она о любви. О любви к грязным носкам. Dirty love. Socks. В моих глазах течет слеза. Не могу никак забыть о носках. Я снова один, сам себе господин. О боже мой, где носок мой? Раньше мы с тобой были неразлучны, но теперь тебя отнял проклятый случай. Я был такой, вот. У меня в носках копился мой пот. Я помню тебя. Можно было вот так вот поставить. А теперь меня почему-то ты решил оставить. О мой Бог, о мой Бог, где мой носок? О мой Бог. Мы с тобой будем вместе, мы будем рядом. Мне хватит одного твоего взгляда из-под грёбаной кровати. Приходи ко мне, дружок, я люблю тебя на сон. Это была песня «Травоски».